Капустные котлеты на молоке – отличный вариант самостоятельного блюда. Но они хорошо подойдут и в качестве гарнира. Это просто вкусно и очень бюджетно. Чтобы разнообразить свой рацион и добавить в него полезной растительной клетчатки, приготовьте капустные котлеты на молоке. Это вкусно, полезно, к тому же очень бюджетно. Следуйте пошаговому рецепту и готовьте на здоровье и для здоровья. Свежая капуста 300-500 грамм. Молоко 100 мл. Крупа геркулес 50 грамм или манная. Чеснок 1-2 зубчиков. Яйцо 1 штука. Соль 1 щепотка. Черный молотый перец 1 щепотка. Мука 2 столовые ложки для обваливания котлет перед жаркой. Масло растительное 2 столовые ложки. Количество порций 2-4. Подготовьте ингредиенты. Залейте молоком геркулес, вбейте яйцо, перемешайте. Дайте настояться 10-15 минут, пока занимаетесь приготовлением капусты. Нашинкуйте капусту, посыпьте солью, черным молотым перцем, хорошо помните руками. Добавьте в капусту геркулес с молоком и яйцом, выдавите через пресс 1-2 зубчика чеснока. Хорошо перемешайте фарш. Обваляйте котлеты в муке и жарьте на разогретой сковороде на растительном масле с обеих сторон до готовности. Если капуста жесткая осенняя, то жарьте под крышкой. Можно не обваливать котлеты в муке в привычном понимании, а присыпать с обеих сторон мукой, делая это на ладони. Такие капустные котлеты можно подавать как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира. Отличным дополнением к ним может стать сметана, майонез или любой соус, который вам нравится.